Именно собака шла бок о бок с человеком на протяжении всей его истории. Неудивительно, что частью исторического дня города в текстильной столице стал конкурс костюмов. Собачьих. Тематика любой период времени от древности до новейшей истории. Мы приурочили этот конкурс именно к тематике Дня города. Историю помним и творим, поэтому именно открытый майский день мы решили организовать конкурс именно исторического костюма, ну и, конечно же, для собак. Желающих принять участие оказалось немало. И, как правило, одним нарядом только для своего питомца творческие хозяева не ограничились. Нарядились и сами, чтобы соответствовать. По импровизированному подиуму прошлись Д'Артаньян и его Констанция, множество придворных дам в бальных платьях, король в компании свиты и даже дуэт средневековых звездочетов. Это Полина и ее питомец Ванечка. Сразу видно, что четвероногой модели внимание зрителей нравится, даже несмотря на то, что на солнце в костюме жарковато. Красота и от собак требует жертв. Мы решили нарядить его звездочетом. Нам очень нравится вот тематика сегодняшнего конкурса, исторические костюмы, и мне кажется, Ване этот костюм очень идет. Четвероногие модели все разные и по-своему очаровательные, но победу одержал вот этот пионерский тандем. Александра и ее питомец Тима, по мнению публики, оказались самыми нарядными и оригинальными. На это девушка и рассчитывала, готовясь к конкурсу. Мы долго выбирали, какой костюм надеть на него, что придумать, что сделать. И как-то получилось так, что среди всего разнообразия мы вспомнили то, что май на самом деле месяц пионеров, а именно 19 мая – день пионерии. И решили то, что, скорее всего, участники остальные, даже если подумают, что достаточно сложно сделать этот костюм, а мы не боимся трудностей, и мы решили все-таки сделать это маленькое чудо. Победитель модного состязания получил специальный приз от главы города – швейную машину, чтобы продолжать радовать нарядными обновками себя, своего любимца и, разумеется, окружающих. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.